8 марта на Лазутинке царила особая атмосфера. В одном из павильонов парка культуры, спорта и отдыха выступили артисты оперетты Владимир Нефедов и Зоя Старовойтова. Одинцовские любители музыки получили в подарок прекрасный концерт. Программу посвятили Международному женскому дню, но послушать вокалистов смогли все желающие. Буду одевать с ног до головы. Я тебя в объятия. Какие нюансы, какое двуголосие, какая трактовка, потому что романсы удивительные, их можно трактовать совершенно по-разному. И тут начинаются споры иногда, кто куда, в какую сторону, но, как видите, мы приходим к общему знаменателю. В основу концертной программы легли романсы на разных языках. Зрители, затаив дыхание, слушали незнакомые произведения. А популярные композиции легко подхватывали всем залом. Для старшего поколения концерт стал волшебным подарком. Пробуждается все в этом таланте, в их голосах. Вот благодарение за этот искренний талант, который раскрывает все наши души. Владимир Нефедов – частый гость в Одинцове. Признается, что бывать и выступать в нашем городе ему очень нравится. Ведь главное для артиста – благодарная публика. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».